Успех начинается с тебя. Всем привет, это Ида Галич и закулисье шоу «Успех». Давайте-ка осмотримся. Так, здравствуйте. Чего они все убегают, Саня, я понять не могу. Подождите, я даже ничего не предлагала еще. Я даже... Я под камеру ухожу. Что вы тут... Стой! Друзья, только что Иван, наш участник, который сидит на одном из кресел, покинул студию, потому что у него сдали нервы. Знаете почему? Потому что Дан отдал свое место Алине, а жюри, а именно Гнойный, решил не оставлять Алину в шоу. Такой одинокий, грустный мужчина. Здравствуйте. Добрый день. Вы что здесь делаете? Подглядываю. Так никто не переодевается? В этом весь смак. Да я не могла к тебе не прийти. Красивое стихотворение, да ни разу не пошло так себя вести. Пошло по-другому себя вести. Ты знаешь, что недавно Гнойного избили? Я слышала об этом. Твоих рук дело. Я после высказывания Гнойного не стала к нему хуже относиться. Мне нравится этот персонаж, мне нравится его нигилизм, мне нравится его такое противоречие, позиция. Я его за это уважаю. Но я не $100, наверное, чтобы всем нравится. И мне очень приятно. Вот такая отзывчивость, как у тебя, как у людей вокруг. Давай придумаем стихотворение вот сейчас на ходу. Типа что «Я была в проекте «Успех». Мне надевали манто и мех, но попросили вскоре уйти. Наверное, я буду теперь грустить». Я думаю, если вы сегодня будете бухать, позвони мне, потому что я приеду. Все, давай. Друзья, распустила волосы специально, чтобы быть хотя бы чуть-чуточку нормально наравне с Марией. Маш, жалуются на тебя. Говорят, что ты немножко зазвездилась. Это правда? Нет, конечно. Почему? Скажи мне, у кого у вас в коллективе самый красивый голос? У меня. А кто самый красивый в вашем коллективе? Дан. Дан? Ой, такая красивая, я не могу, посмотри. Лапушка такая, привет, дорогая. Как Филипп Бедросович переживает такую красоту, скажи, рядом с тобой? У меня, видишь, мало страз, иначе у нас была бы война. Вот как тебя называли в детстве? А, в детстве, кстати, Нюша периодически называла. А Ниша Хрюша что-нибудь такое было? Нет, это вот начали называть, когда просто у людей нет воображения, они придумывают только вот эту одну шутку. Это не я придумала, я клянусь, что не я придумала. Я понимаю. Дружочек, успех начинается с тебя. Вот я не вовремя, да, волосы распустила. Может быть, мне так будет больше шансов найти себе парня? Или нет? Малышка, ну я тебя, во-первых, поздравляю, ты сегодня прошла. Ты кого выбила, скажи мне? Я выбила Алиду. Мы с тобой не друг... Я шучу. Ты такая же теперь наша любимица, как Алина. Скажи, пожалуйста, какие эмоции и чувства испытываешь? Я вообще пока ничего не понимаю. Я безумно счастлива и мне безумно страшно. Хой! Hello, aloha, guten tag, water talking. Как здороваются индейцы? Я не знаю. Где ваша трубка мира? Мы находимся на сцене, где снимается шоу «Успех». Обратите внимание, вот эти вот четыре потрясающих кресла, которые занимают наши участники. Пока посижу я. Ну так, я не... Я бы не хотела. Мне нравится мое место рядом с тобой, Сань. Хотя нет, прикольненько. Вот здесь, обрати внимание, пожалуйста, сидит уважаемая жюри. Вот здесь. Вот у нас зрительный зал. Привет! Это было «Закулисье» с Идой Галич. И помни, успех начинается с тебя. И помни, дружочек, успех начинается. С тебя.